Более 4000 свердловчан, наших земляков, завтра отметят свой профессиональный праздник. Имя им – Гарнизон. 3 июля, то есть завтра, органам Государственной автомобильной инспекции России исполняется 78 лет. Ежедневно и ежечасно на дорогах Свердловской области несут службу 1000 инспекторов, а всего в штате Свердловского управления ГИБДД их 3000. Большая часть сотрудников дорожно-патрульной службы является служащими городских, районных и межмуниципальных отделов полиции. Но верхом карьеры инспектора считается приглашение в одну из специализированных рот областного управления, обслуживающих главные транспортные артерии региона – Серовский, Тюменский, Челябинский и Пермский тракты. Берут в эти роты только отличников службы. Работа инспектора не ограничивается одним лишь контролем дорожной обстановки и выявлением нарушителей ПДД. Только за первые 5 месяцев этого года свердловские гаишники содействовали раскрытию 3980 преступлений. Из них 140 краж и угонов автотранспорта и ровно столько же преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Не раз и не два ТАУ рассказывала о героизме свердловских инспекторов, спасавших людей из пожара, доставлявших донорские органы из города в город максимально быстро и максимально аккуратно, помогавших водителям, чьи машины останавливались на трассе в лютые холода. Ну и, конечно, каждый день мы рассказываем о непосредственной работе ГАИ по предотвращению дорожных трагедий или ликвидации их последствий.